Хей, йоу, друзья, всем привет, с вами снова я, профессионал енот и мой друг Нубик, поздоровайся. Всем привет, ребята. Сегодня у нас ночь, прямо сейчас, в эту минуту, вот. У нас, короче, 12 часов ночи, ну, либо же 00:00, вот. Ну, часы да. У нас тут стоят, как бы все подтверждается, и мы с Нубиком попали на арену. На арену с разными страшными мобами, вот, монстрами. О! И, значит, наша задача будет выжить на этой арене. Стой. Обязательно подпишись на канал и поставь лайк. А если напишешь комментарий, то получишь сердечко под ним. Вот, ночью мы давненько не бывали на арене. Да, у нас ночью, я бы даже сказал, арены, по-моему, вообще никогда не было. Когда-то было. Ну, короче, сегодня у нас особенные соперники. Да, и кто? Смотри, значит, здесь у нас на зеленом уровне сложности «Привет, сосед». Вот такой вот соседушка, который очень доброжелательный, в кавычках, конечно же. Ну да. И совсем не ловит детей. Вот. Мы... Чё, ты боишься, что ли, Алёна? Не трогай меня! Страшно, блин. Стоит, выглядывает из-за угла, а? Короче, надеюсь, мы разберемся с соседом, потому что он будет в самом начале, и он будет, ну, так да, скажем, первый. Ну да, я тоже надеюсь. Дальше у нас дед качок-переросток. Он прямо под эти вот, видишь, желтые блоки сверху, прямо, ну, короче, вижу, головой да. Чиркает. Вот такой вот дед, смотрите на него, ё-моё, это вообще жесть. И капец, дед у нас здесь какой-то неспроста, ребята, потому что на красном уровне сложности нас ждет очень опасный босс. Знаешь, кто и это кто? Будет? Кто? Нет, не знаю, кто. Бабка Алка. Вот Ой, она. Ой, где вон, она? Вон она идет, смотри. Капец, стрёмная, блин. Короче, очень стрёмная бабка Алка, которую мы сегодня с тобой обязаны победить. А если не победим, то... Нет, не надо ничего, победим. Да, будет, в общем, нам плохо. Итак, я думаю, ты этот кушать не хочешь, сил полон? Сил полон, я готов драться. Во, тогда погнали, короче, в самое начало, на зеленый уровень сложности. Погнали. И будем здесь сейчас разбираться с привет-соседами, которые привет, уже сосед. Увидели. Так, ну-ка давай. Сейчас мы тебе наваляем. Вот это вот, конечно, слышишь, нифига себе. А как его бить? А как его бить? А что-то тут плохо работает, ну ладно, я вроде... Я достаю вроде бы. А я тоже достаю, но... Очень тяжело прицелиться. Смотри, короче, они почти не отталкиваются. Ё-моё. Да, вот кстати, это да. О, все, у меня тут сбилось, слышишь? Ну, а я вроде бью по одному. А я не знаю, я вроде одного бью, кажется. Так, ладно, давайте я сейчас тоже... Ну, алё, ну хватит мельтешить. Чё вы там топчетесь, а? Блин, капец, ко мне сколько подбежало их. Чё делать? Нет, теперь уже другого бью, капец. Это просто жесть. Ладно, я буду пытаться ковырять вот здесь кого-нибудь. Надеюсь, он не вылезет отсюда, и у меня получится выбить с него первые денежки. Ну-ка, давай, давай, давай. У меня давай, тут давай. Двое стало, блин, и непонятно, по кому я бью. Я сразу двоих бью, походу. Я вообще не понимаю, кого я бью. Я бил одного, вроде как, заметил, и он уже уходит второй раз, блин. Очень плохо, очень тяжело. Я добил одного, кажется. Добил. Вот, еще, по-моему, добил. Хорош. А ну я попробую прыгнуть. А, блин, не успел забрать. Не успел. Я давай, попробую они еще на меня. Раз. Там кукла валяется, Нубик. Кукла? Да, какая-то розовая кукла. Забирай. Я вижу. Да нифига себе! А что делать, как забрать? Не знаю, как забрать. Так, давай я спрыгиваю вниз, отвлекаю. Да, отвлек. Забрал? Они моментально, блин. Не забирается? Нет, они моментально тебя убивают, что за фигня? Я не знаю. Я не могу забрать куклу эту, она там лежит. Дай-ка я попробую. Так, а ну-ка. Ха, я забрал. Забрал? Хорош. Две. Так, подожди. Две куклы? А и... деньги? Денег нет. А что, может быть у торговцев? А, смотри, вот. О, я вижу. Кукла меняется на две деньги. Четыре деньги. Так, слышишь, и что я могу? Меч алмазный бери, алмазный меч бери. Меч алмазный, да. Да-да-да. Пожалуй, надо взять меч алмазный. А то деревянный за 3 как-то покупать, а вот алмазный за 4 прям нормальная тема. Так, а я, получается, без ничего по-прежнему, да? Ну давай, я, короче, буду ждать, пока ты еще кого-нибудь завалишь. Давай, я сейчас на револьвер буду собирать, наверное. Там я видел револьвер какой-то. О, а мне потом меч отдашь. Это вообще жесть, соседы очень сложные такие. Боссики здесь маленькие. Да, соседы реально сложные какие-то. Они моментально тебя убивают, блин. Да, даже не побегаешь. Я никого даже не завалил еще, ты прикинь. Первый раз такое. Так. Ого. Так, я уже тут где-то троих или четверых убил.
Нубик, опа, я прыгаю. Нет. Ой, забрал? Нет, не забрал. Издевательство. Блин. Сейчас я, короче, еще раз попытаюсь. Так, готов? Не я надо, иду. Не надо, сейчас я попробую. 4 забрал. 4 забрал? Ну вот, купи себе там револьвер или меч, что хочешь. Так, я беру 8-7. Возьму клюшку тогда на 9, нифига Бери себе. Бери клюшку на 9. Опа, хорошо. Какая-то бандитская клюшка. Есть такое дело. Давайте, идите сюда, сейчас я вам покажу, наверное, соседы. Наверное, надо попытаться соседов чисто на мечах пройти. На мечах пройти? Ну да, да. Потом уже подсобирать деньги и купить какое-нибудь нормальное оружие. Ура, я кого-то завалил, офигеть. Это вообще жесть. Я никогда такого еще не было, чтобы я кулаками не запинал вообще никого. Чтоб я тебя перегонял, да. Я вообще никого не смог завалить, это капец. Они Может, прям... ты не заметил? Нет, Нубик здесь прям, я тебе говорю, они уходят просто от моих ударов, и все. Я бью там несколько раз одного соседа, а он потом убегает, и все, и прибегает Капец. На его место другой уже. Вот теперь с клюшкой нормально дело пошло, прям вообще отлично. Да, по 9 и у меня урона с алмазным мечом тоже неплохо. Прилетает, уже много кукол валяется здесь внизу. Интересно, почему с них выпадают розовые куклы девочек? Ну, может, потому что они их своровали? Куклы? Зачем да. ему куклы? А, ну может быть, да мало, а вдруг они куклами привлекают детей, воруют их? Чего, блин, что за теории у тебя такие, блин? Ну так, а вдруг? На тебе. Привлекают, блин. Чего это такое у тебя? Давай, да слышишь? Капец, блин, это вообще какая-то жесть. Вот Ой, именно, что уже, это жесть. Ты бы знал, сколько я тут уже завалил. Да я тоже уже завалил штук 10, наверное, даже больше. Ну-ка, на тебе, получай. Нам надо оружие какое-то, срочно. Ты не хочешь забрать мои все? Нет, я думаю, что я сейчас добью тех соседей, которые у меня мечом, и потом, может быть, куплю себе что-то уже достойное. Ну так вот, я же предлагаю, может, заберешь мои еще куклы вот эти вот, а? Ну, подожди, я сейчас тут своих добью. Так, у меня осталось 3 соседа. Потому что они ж меня опять моментально утопчат. 3 соседушки осталось. Вот этот еще здесь стоит. А-а-а, я не смог, я упал. Блин, я так не хочу, я лучше добью своих. А что мне с ним теперь делать-то? Блин, прибежал еще один, только хотел спрыгнуть. Да куда вы? Нубик, убегают. Твои ко мне убегают. Ай, блин. Убегают? Вот это он тайминг подловил, а. Получилось что-то взять? Да нифига не получилось. Я только это и сразу в таверну. Так, Капец. Ну-ка, давай сейчас вот этого разнесем, размотаем соседа раз на раз. Так, ну и вот этого зато тоже. Зато я тут нормально их рублю. Да я тоже тут нормально их выношу, но мне нужно как-то быстренько это все дело подловить и собрать здесь как можно больше кукол, чтобы это все дело продать. Теперь забегаю сюда. Опа, опа, 29. Получилось? 29. Ого, нормально. А это получается умножаем на 2 все это дело, да? Да, да. Неплохо. Че, будем что-то покупать, нет? Да может уже допилим их мечами и клюшками и всяким таким. Слушай, ну я не знаю, там еще есть как бы соседы эти. Давай я привлеку тогда внимание. Ну, да, оп. Привлекай тогда внимание, оп. А я их тут рубаю. Эй, вы, давайте за мной, соседы. Ну, че стал? Эй, глупец. Опа, все, капец, давайте я веду, Нубик. Давайте ко мне, идите, идите, давай, 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 молодца. Тут вообще жесть, сколько их. На тебе, получай, сосед. Опа, опа, опа. Ты смотри, а, он прям подходит, так и хочет по морде получить. На, Конечно, минус 1. Они так и хотят по морде получить, мы это им сделаем. Все, там Без больше, проблем. Короче, никого нету, слышишь? Опа. Ага, отлично. Разбираем соседа за соседом, уже их маловато осталось. И да, уже не такими так много. Темпами можно обзавестись нормальным оружием, переходить на следующий уровень сложности, желтенький. Да, там, да. где деды-качки вот эти вот. Я Ой, вообще не знаю, капец. Как дед на старости лет так раскачался, а? Может... А хотя я даже не знаю. Одним мясом питается, что ли? Что сам вот такой оброс, короче, мышцами. Так, не знаю, опа. Наверное. На Все тебе. Может быть. На, еще один упал. Так, давай тебе сейчас накостыляем. Давайте в угол становитесь, что вы стесняетесь? Клюшкой шаверну тебя как. Ну-ка, на. Опа. Так, еще минус Ну, урон, один. Конечно, у этих соседов прям лютый. Вообще нет да, шансов выжить. Блин, нет шансов. Я запрыгнул сюда. Еще 13 кукол. Ну-ка, давай. Ну, капец, блин, с одного удара тебя Ты видел, да? Ты видел да, это? Да, я видел, ты просто подбежал, и все? Да, отлично. И все. Опа, еще 17 Супер. Кукол есть. У Разбиваем. У меня 32 еще. Здесь все, стекляху. Отлично. А вот и теперь, вылазим. Почти Опа. Не потративши денег, мы пойдем вооруженными на второй уровень. Да, сейчас. У тебя сколько там получилось кукол, а? Сейчас, подожди, я меняю денежки так, и скажу 93 тебе, что-то у меня получилось. 93? Нормально. Да. Предлагаю пополам поделить.
Сейчас, скинуться подожди, и поделить пополам. Да, я тебе сейчас все скину и поделим пополам. Так, давай. Держи вот это тебе, у меня получилось 64. Я 7 раз откинулся, прикинь. Капец. Ну ты просто, да, часто пытался забрать. Так, то твое. Да блин, так, не то, что часто пытался отлично. Забрать, я просто пытался забрать хоть что-нибудь. А вот теперь так. Я куплю себе... Че купишь, че купишь? Какой-то автомат ACR. Не знаю, ACR, что это. Нифига себе. Да, но я себе это куплю. И куплю 2 пачки патронов. А я куплю ВСС Винторез. Так, опа. Ага, хорошо. Заберем. Так. И тоже 2 пачки патронов возьму. Так. Надеюсь, так, нам так, этого так, хватит. Так. Или, наверное, лучше 3 пачки, чтобы наверняка прям. Все равно они не так много стоят денег. Ну, заряжаем да. оружие. Ого, тут прицела нету, нифига себе. Так, и поехали. О, классная так, смотри, вещь. Смотри, по мне не попади только. Не, нормально все. Так, идем здорово, сюда. Качки деды, старые. Качки, блин, а. Ух ты, ё-моё, это пердуны старые, а не качки. Сейчас так. Посмотрим, на что вы способны. Ну, одну обойму он выдержал, нифига себе. Одну обойму выдержал? Да, вторую обойму выдержал. Нубик, что-то мне страшно. Нифига себе. Дед что-то живучий, слышишь? Да-да, реально, капец. Ёлки-палки, а что делать? Я его завалил. Завалил? Хорош. Да, надо узнать, сколько с него денег падает. Так, давай. Ну, патроны, надеюсь, мы окупим. А сколько ты обоим... Тоже моментально убивают, да? Да, блин, хлопнул ладошкой и все. Так, а может, не мы меч можем какой-нибудь купить крутой, а? Меч крутой? Попробуй. Блин, очень много денег надо на мечи, на всю эту историю. Капец. Но мне кажется, что с автомата профитнее дамажить. Ладно, я, короче, лезу обратно сюда. А что делать-то? Я попробую вот там зажать одного. Я не знаю, что делать, стрелять в них. Так. Пока патроны не закончатся, а дальше думать. Во, вот он как раз здесь стоит, так, в углу. Я в него буду стрелять. Так, посмотрим, сколько обоим мне нужно выстрелить, чтобы завалить одного деда-качка. Уже 3 обоймы ушло, он пока что живой. Так, а давай, этот давай, был давай, набитый, давай, давай, так, давай. Хорошо, ладно, одна. 4 обоймы ушло. Две. Так, о, 4, короче, с копейками обоим, офигеть 3. Можно. Очень живучие деды-качки, а сколько он денег? Он 90 патронов в себя всасывает по 12 урона. Офигеть, у меня по 14, кстати, урона наносит. О, нормально. Так, есть, еще одного завалил, Нубик, тут уже 2 пачки денег лежит. А у ты меня узнал? Там тоже, у меня там тоже лежит. Ты что узнал, сколько выпадает с них денег, нет? Нет, не узнал. Слушай, ну этот дед, он не очень быстрый, а довольно-таки медленный. И, думаешь, наверное... попробовать их поводить эти круговоды? Ну, шансы есть хотя бы забрать, понимаешь? Хотя, если он руки выставит свои и дотянется до тебя, то... Я попробую! А, нет, не получилось, он меня в прыжке просто убил. Дед в прыжке убил? Да. Ну, типа, я... Нет, когда я прыгал, А-а-а. Он меня... О, подожди, есть шанс забрать. Да, я давай, забрал, давай. Я забрал, я все забрал. Блин, я упал, Нубик, беги, тебе, походу, все. Я выжил, нет? Я бегу, но я не выживу. Давай, я сейчас прикрою, давай, выбегай. Так, сейчас, подожди. Второй заход, сейчас я еще круга намотаю, чтобы они подольше Эй, вы, давайте сюда, блин, тупые качки. Так. Тихо. Выбегаешь. Стекло, прыгай. Ползи, да, ну, я вылез. Хорош, Нубик, выжил, нифига у себе. У меня 129 денег. Сколько? 129, но у меня оставалось там где-то 20. Нифига себе, что так мне много? Мне кажется, они где-то по 10, по 15 оставляют денег. Давай, короче, гасим их тут потихоньку. Давай, давай. Вот здесь вот будем зажимать. Давай, во, отлично зажали. Опа. Ну хотя нет, ладно, пускай не все на тебя, короче, перекинутся, я сейчас спрячусь здесь. Хоба! Хорошо. А теперь так, я зайду патронов... с другой стороны. Ой, у меня 3 магазина осталось уже. 3? Ой, у меня тоже мало, кстати, ё-моё. Патроны просто улетают. Да, патроны реально улетают, ладно. Там уже, сейчас по идее, пойдем... тоже денег достаточно валяется, да? Да, денег достаточно валяется, сейчас надо кого-то еще выцепить одного, последний магазин. И тебя вот, чтоб ты еще денег оставил. Да! Блин, я тоже хочу новую пушку. А тебе хватит денег на что? Понял. Забрал. Так, ладно, надо попытаться еще раз. Там валяется. Давай, прыгай быстрее. Нифига там лежит сколько. Прыгай. Забираю. Ай, я прям видел, как он тебе леща отвесил. У меня 199 денег. Я сейчас куплю. Фига. Бери, может, меч крутой, а? Нет. Запрыгивай сюда. Я сейчас возьму... Давай, ладно, что-нибудь бери хорошее вот там. Это. Так. Вот это возьму. Я здесь стреляю, у меня осталось 2 уже... 2 пачки патронов. 9 обоим, Нубик, давай быстрее. Сейчас
нас подожди еще буквально немножечко. А то у меня сейчас патроны кончатся, и я вообще тут не смогу ничего сделать. Ну-ка, блин, что такое живучий, а? Ура, наконец-то завалил его. Так, да, что ты купил? О, калаш купил. Да. Так, давай. На 40 патронов, это типа как пулемет, но с обычным магазином на 40 патронов. Выносим всех вообще, кого видим здесь. Блин, я бы хотел забрать несколько пачек денег. Ё-моё. Да. Так, давай сюда стреляем. Стреляй. Ну-ка последние тебе. Две вот обоймочки осталось. Другое дело. Опа, минус еще один. Хорошо. Давай, вали их там, вали вот всех дедов-качков. Тебе. Еще я, короче, выброшу на вход 117 денег. Возьмешь себе что-то, если вдруг? Окей. Сейчас, все, у меня, короче, кончилось все это дело. Я выбежал. Ой, я даже забрал немного. Так. О, ну на входе еще денежка лежит. Возьми себе что-нибудь хорошее прям. Сейчас я, подожди-ка. Ну-ка, сейчас я немножечко еще вот здесь вот попробую собрать. Так, есть такое так, дело. Так, а ну-ка ты давай вот ко мне забираем. Сюда со мной. Неплохо, мне нравится. О, давай. Хорош! 268, 78. Хорош! Еще деньги, 288. Так, вылезаю через твою же дырку в стекле. А, нет, давай, не вылезу. Давай. Я не другую вылезешь? Сделал. Да, я вылез, а, короче, ну ладно. Все. 288 денег. Офигеть. Очень Ого. Круто. Но... Да, вообще отлично. Смотри, вариант такой. Я могу купить крутой меч на ага, 151 или... урон. Или... Либо же купить какое-нибудь оружие. Например, пулемет. А возьми меч, наверное. Давай, окей. Мне тоже нравится эта идея. Меч довольно крутой. А что ты там Бамс. Один забыл? А? Опа. Берем сюда. Не стесняйся. 32 деньги осталось. Может, мне и на броню хватит чуть-чуть? Да, немного Может, хватает. Может, и на броню хватит. Только мне кажется, от нее мало смысла будет. Ну, посмотрим. Так, я залезаю. Ну, да. На. Ух ты, я выжил. Ха! Выжил? Да, правда, одно сердечко всего осталось. Ого. На, завалил а двоих уже. Нет, да у меня только, блин, нагрудник один. А, только нагрудник? И ты да. выживаешь? Да. О, значит, броня полезная. Все, слышь, я завалил, короче, пятерых, по-моему. Хорош. Так. На, давай, на, давай. На, у одного на, совсем на. Мало здоровья. Все, я его добил. Все, отлично. Нормально прям вообще, да, не по 10 денег давали, да, по 10. По 10, неплохо. Да. Ну, мы нормально тут с тобой получили всего. Сейчас я восстановлю да. здоровье. Так, а что будем делать? Впереди битва с бабкой Алкой, да, ё-моё. Держи тебе еще 30 денег. Сейчас посмотрим, что у нас тут в сумме. Держи так, сейчас. Сюда. Опа. А, ну да. Ну да. В общем, все твое. А ага, сколько тут? 54. 54. А ты сколько а, ну кидал? Я себе... 30, кажется, и там тебе в этот 117 еще. Угу. Ну ладно, нормально, что, я думаю, сейчас бери тогда, слышишь? Ну давай, хорошо, я беру тогда много патронов. Да. Много патронов. А ты чисто будешь бегать, наверное, тогда с меча махать. Ну пытаться буду, надеюсь, я выживу, короче, готов, что? 3, ну у тебя полный комплект брони, наверное, выживешь. Сейчас, погодь. Не знаю, посмотрим. Заряжай здесь прям очень много кучу, всего броня дает. Кучу довольно крутая, патрона. Вот так выглядит, и меч мой вот так выглядит. Прям, короче, так, солидный иду. Молодой человек. Все? О, ну да, так конкретно выглядишь. Да, все, погнали, я пошуршали, готов. Короче, в красную комнату. И сейчас, ребята, можете пожелать нам удачи. Попытаемся завалить да, бабку Алку. Понадобится. Ё-моё. Ну, а, блин, давай, вот иди сюда. Давай, гаси ее. О, она на тебя, слышишь? На. Да, она на меня. О, я живу. А, ну, бег, ты стреляй. Живешь? Отлично. Сейчас, на перезарядка. Тебе. На тебя, получай. А, бабка. Сейчас мы тебя отработаем по-быстрому. Так, ну броню вроде не ломает сильно. Так, ну хорошо. На. Я нормально прям мечом тут я рублю. Слышишь? Хорошо, живем, отлично вообще. Хорошо, деньги распределили, по-моему. Да, так, да, отлично. Вылезли тебя уже. Одели в танк, а я просто на стороне стою и урон вношу, тоже давай, неплохой. Давай, иди сюда, ты, блин, карга. Сейчас я тебе покажу, блин, что сейчас такое. Сейчас мы с тобой крутой справимся, меч. Сейчас мы с тобой справимся. Смотри, уже чуть-чуть здоровья осталось. Давай, чуть-чуть, я заряжаю, все, давай, добиваем ее. На! Все. О, что из нее выпало? Так. Пенсия! Нифига себе, алмаз, пенсия! Книжка и нож! Смотри, это пенсия! Это пенсия? Она пенсию алмаза ее получает? Нифига себе! Ключ от ламбы! Офигеть! Ну... Ключ от ламбы? Откуда? Да. Я не знаю. Смотри, вот это. Коммунальная книжка, блин. Коммунальная ага. книжка. Че, походу, за свет не платим, да? Наверное, да, надо платить за все. Так, слышь, ножик еще у нее был.
Все, ну теперь уже никто не сможет ни за что платить, потому боюсь что представить, зачем этой корге старый ножик нужен был. Зачем она его с собой носила. Но, короче, мы смогли разобраться с этой бабкой Алкой. Злой босс был, но все-таки броня зарешала, ребята. Если ролик понравился, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте активировать колокольчик. А с вами, как всегда, были мы, профессионал енот и мой друг Нубик. Всем ты что делаешь? Я это, да, ешь и стреляешь? Да! Всем спасибо за просмотр и пока-пока-пока. Пока, ребята! Пока, ребята! А мы идем спать. Да!